Материализм и потребление. Советы, как улучшить свою жизнь и мир вокруг вас. Материализм – это вера в то, что наличие материальных благ и богатства является важным показателем личного успеха и счастья. Оно переплетается с идеей потребления, когда люди стремятся приобретать больше, чтобы достичь желаемого уровня счастья и удовлетворения. Потребление часто превышает то, что необходимо для выживания или удовлетворения основных потребностей. Вы можете улучшить свою жизнь, меньше зацикливаясь на материализме и потреблении. Вы также можете помочь окружающему миру, сократив свой материализм и потребление. Как сокращение материализма и потребления улучшает вашу жизнь? Позволяет меньшему количеству вещей загромождать вашу жизнь и отвлекать от ваших целей. Позволяет улучшить мышление, позволяющее ценить все, что у вас есть, что может привести к увеличению счастья и удовлетворения. Дает вам больше времени для занятий и занятий, которые вы не смогли бы сделать, если бы вы делали покупки, наводили порядок, убирали или обслуживали все свои вещи. Позволяет вам больше времени присутствовать в жизни семьи, друзей и близких. Позволяет вам больше времени присутствовать на работе и добиваться совершенства во всем, что вы делаете профессионально. Позволяет вам заменить их более достойными восхищения ценностями, что позволит вам сохранить великое наследие для будущих поколений. Позволяет вашему духу быть более спокойным, расслабленным и практиковать осознанность, что может положительно повлиять на ваше здоровье и продолжительность жизни. Позволяет вам жить менее хаотичной жизнью, неполной вещей. Позволяет вам иметь меньше отходов в своей жизни, как в материальном, так и в символическом смысле, потому что наличие тонны вещей может привести к потере времени. Позволяет вам восприниматься как более этичные и заботящиеся об устойчивом развитии окружающего мира. Как сокращение материализма и потребления улучшает мир вокруг вас. Позволяет уменьшить количество отходов на наших свалках, в парках и в океанах. Позволяет сообществам лучше управлять усилиями по переработке и повторному использованию, что в противном случае может быть непосильным и дорогостоящим в обслуживании. Позволяет повысить экономическую эффективность, поскольку общество будет производить то, что продается, особенно больше того, что является необходимостью, и меньше того, что нам не нужно в нашей жизни. Позволяет меньше производить ненужных вещей, тем самым минимизируя воздействие на окружающую среду и последствия изменения климата в результате антропогенных промышленных процессов. Способствует замечательным социальным связям внутри обществ, которые ориентированы на предоставление и другие сильные ценности, а не на взятие и обладание. Воспитывает замечательную внимательность, которую мы делаем. Улучшайте мир вокруг нас, чтобы мы могли быть лучшими. Делаем все возможное,
чтобы применять устойчивые методы во всем, что мы делаем, чтобы не повлиять на жизнь будущих поколений. Мир был бы более веселым и приятным местом, если бы мы уделяли время жизни среди природы и занятиям деятельностью, а не вещами. У людей, животных и организмов продолжительность жизни увеличилась бы, если бы мы, люди, сократили материалистическое потребление вещей, потому что в воздухе, земле и водах уменьшилось бы количество отходов и токсинов. 10 советов, как сделать мир лучше, сократив материализм и потребление. Практикуйте благодарность и признательность за то, что у вас есть. Не живите жизнью излишеств, а наслаждайтесь только тем, что вам нужно. Регулярно размышляйте о вещах в своей жизни, за которые вы благодарны. Сместите свое мышление на все, что у вас есть, а не на то, что вы хотите или хотели бы иметь. Всем всегда хочется большего, но, согласно греческой мифологии, это нехорошо. Увеличьте свое общее чувство удовлетворения, удовлетворения и удовлетворения, наслаждаясь всем, что у вас есть, и не стремясь получить то, что вам не нужно. 2. Отразите и уточните свои ценности, чтобы они соответствовали тому, что важно в жизни. Обязательно учитывайте окружающую среду, общество, животных, растения, организмы и этику. Посмотрите, сможете ли вы определить и перечислить ценности, которые лучше всего могут сделать мир вокруг вас лучше для всех, а не только для людей. Сместите свое внимание с материальных благ на природу, воздух, землю и воду, на которые может повлиять избыток вещей. 3. Упростите свою жизнь, сосредоточившись на действительно важных вещах. Уменьшите важность материальных благ и найдите большее удовлетворение в других сферах своей жизни. 4. Освободите свою жизнь от ненужных вещей, жертвуя вещи людям, которые могут наслаждаться ими или нуждаться в них больше, чем вы. Упростив свое окружение, вы снизите искушение покупать материальные вещи. 5. Ставьте значимые цели, соответствующие вашим ценностям и целям в жизни. Когда у нас есть значимые измеримые цели, такие как переработка всей пластиковой бумаги и картона в вашем доме, мы склонны меньше сосредотачиваться на покупке материальных ценностей и больше на достижении другого результата, каким бы он ни был. 6. Практикуйте осознанность и внимательно относитесь к тому, что вы покупаете и потребляете. Поймите, что многие из этих вещей содержат токсины, поэтому лучше избегать их, а если нет, то они проходят через производственные и длительные процессы транспортировки, в результате которых токсины попадают в окружающую среду, поэтому лучше ограничить их употребление. Обязательно принимайте обдуманные решения о том, что вы покупаете. 7. Переведите свою жизнь от обладания вещами и более к общению с другими. Стройте значимые отношения с другими.
Эти связи улучшат ваше счастье и удовлетворение больше, чем что-либо еще. Мы не можем жить без отличной системы поддержки и социальной сети. Инвестируйте в качественное времяпрепровождение с близкими и занимайтесь деятельностью, которая способствует развитию социальных связей. 8. Стремитесь к получению опыта и деятельности, а не к приобретению материальных благ. Путешествуйте, изучайте новые навыки, занимайтесь спортом или займитесь хобби, которые вы всегда хотели попробовать. Этот опыт может принести больше счастья, а также позволит вам прожить более долгую и полноценную жизнь. 9. Сократите количество отходов и больше перерабатывайте. Сокращая потребление и отходы, мы можем уменьшить наше воздействие на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию. Вещи, которые мы должны покупать, поскольку они необходимы для удовлетворения наших основных потребностей, должны быть переработаны и использованы повторно. 10. Поддерживать этичный и устойчивый бизнес, который отдает приоритет практикам, не основанным на потреблении. Предприятия, в которых производственные процессы являются энергоэффективными и сводят к минимуму выброс токсинов в окружающую среду. Предприятия, которые продвигают использование возобновляемых источников энергии. Мы можем обеспечить энергией мир, используя возобновляемые источники энергии для небольшого участка космоса. Так почему бы и нет? Для интересного просмотра посмотрите это видео на YouTube Елене Булатов. Что, если мы покроем пустыню Сахара солнечными панелями от Реали Филори? Существуют технологии для использования возобновляемых источников энергии. Наши предприятия, правительства и люди должны перейти к более широкому использованию возобновляемых источников энергии. Мы должны покупать продукты, не содержащие токсинов, или продукты с ограниченным содержанием токсинов, производимые ближе к дому, чтобы минимизировать выброс токсинов при транспортировке. Мы можем сделать так много. Мы должны предпринять измеримые действия для улучшения мира вокруг нас. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео. Обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.